Шрила Наратам Дас Тхакур, Джазгута. Наш Шрила Наратам Дас Тхакур написал. Рупа Джагуната Паде, Хои Бея Кути, Каве Хама Пуджа Босе, Когда же у меня появится сильное устремление следовать примеру наших великих святых Рупы и Рагунатха? When I'm very eager to follow them, outwardly and inwardly both, only then will I realize Yugalakriti, the divine love of Radha and Krishna. Лишь только когда у меня появится решимость и стремление следовать их примеру внешне и внутренне, лишь тогда я осознаю любовь Радхи и Кришны, Югалаперити. So there are three levels of Vaishnavas. Существует три уровня вайшнавов. The neophytes, new devotees. Новички, неофиты, это первый уровень, категория вайшнавов. They are singing, dancing. Они поют, танцуют. And try to do service. Пытаются служить всячески. But in that stage they have no realization. Но на уровне, начинающем уровне у них нет откровения, осознания никаких. They can become easily distracted. Их легко отвлечь от бхакти. By serving the spiritual master, their hearts gradually become free from obstacles. Благодаря служению духовному учителю, постепенно сердца таких неофитов очищаются от загрязнений. They come to the state of nishtha, strong, steady faith. И тогда преданный может достичь уровня ништхи, стабильной практики, крепкой веры. When they chant, when they remember, their mind is not wandering everywhere, very fixed. И преданный на уровне ништхи полностью устремлен на практику бхакти, он ничто не отвлекает во время джапы. And some realization. И уже на этом уровне ништхи появляется откровение, осознание. Psychological body has four parts. Наше тонкое психологическое тело состоит из четырех составляющих. Manas, buddhi, ahankara and citta. Manas, buddhi, ahankara и citta. The mind, ум, which is always accepting and rejecting at a whim according to our desire. И ум очень капризный, его функция это принимать и отвергать. The intelligence. Our power of discrimination. Будхи, рассудок, интеллект, наша способность размышлять и различать. Instead of making our desires follow the good guidance of buddhi, intelligence. Generally, we use our intelligence to try to fulfill our desires. Обычно мы не подчиняем свои желания своему разуму, интеллекту, а наоборот. Мы как-то вынуждаем интеллект, разум идти на поводу наших желаний. So that is a degradation of the intelligence. И это тогда происходит деградация сознания. When we use our intelligence to try to follow the teachings of our spiritual master and the Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, then this is a proper use of buddhi. Правильное применение буддхи, разума, это когда мы задействуем свой разум в следовании наставлений возвышенных вайшнавов, Шри Гуру, священных писаний. Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам. Then above buddhi is ahankara, ego, material ego. На буддхи находится ложное эго, аханкара. Then the last covering of the soul is called citta. Самая последняя тонкая оболочка, которая раскрывает нашу атму, душу, называется читта. Actually, there is only citta. На самом деле существует лишь одна читта. But when the citta becomes contaminated by tamaguna, it transforms and becomes ahankara, then buddhi, then mind. Но когда читта загрязняется, то она постепенно трансформируется, становится аханкарой, буддхи, манасом. So when one becomes very steady in devotional service, когда человек достигает стабильности в своей духовной практике, the material mind, intelligence, and ego, they begin to dissolve. Начинается растворение, процесс растворения материального ума, материального разума и ложного эго. And the citta becomes very still. И читта становится чистой и очень спокойной. And bright. И сияющей. Like a mirror. Но становится подобно зеркалу. So Chaitanya Mahaprabhu said, Chaito Dharpanam Arjanam.
By chanting without offense, the mirror of the citta becomes clear. Поэтому Чайтанья Махапрабху объяснял, что когда мы повторяем, не совершая оскорблений к святому имени, то вот это чита, зеркало нашего сознания, становится очень чистым. In that stage, when you chant the holy names, then the beautiful form of Sri Krishna is reflected in the mirror of your heart. И уже на этом уровне духовного развития, когда ваша чита стала чистой, то трансцендентный прекрасный облик Кришны отражается в зеркале вашей читы. So from nishtha, from steadiness, realization begins to open. Поэтому реализация, откровение приходит уже начиная с уровня нишхи. And in that stage, и на этом этапе духовного развития, the devotee becomes very interested to cultivate in his life an understanding of the jivan charitra, that means the biographies of the great saints. И находясь на уровне нишхи, преданный начинает увлекаться, интересоваться жизнями наших предыдущих ачарий, святых вайшнавов. Because now his own realization is coming. He can understand the inner meaning of the activities of the saints. Теперь ему очень интересно узнать о биографиях пурвачарий, великих святых, потому что теперь у него появились свои откровения, и ему легче понять внешнее поведение великих ачарий. So, Rupa Raghunatha Pore Vaibhe Akute, when will I be very eager to follow in the footsteps, the Jivan Charitra, to follow the biographies of Rupa Raghunatha Das Goswami, then that will lead me into the esoteric realization of the confidential pastimes of Radha Krishna. Поэтому Нарадам Дас Такур дает нам эту подсказку, что когда у нас появится интерес познать биографии Рупы Госвами, Рагунатхи Даса Госвами, то постепенно это повлечет за собой трансцендентное откровение, понимание эзотерических идей. Yesterday we began to describe the life history of Raghunath. Вчера мы стали слушать о жизни Шрилы Рагунатхи Даса Госвами. How he was born in a very wealthy family. О том, как он родился в очень состоятельной семье. From his childhood, he used to come and sit on the lap of Haridas Thakur and listen to the teachings of Krishna. С самого детства он сидел на коленях Шрилы Харидаса Дас Такура и слушал от него рассказы Шримад Бхагаватам и о Кришне. He met Чайтанья Махапрабху also. Он также встретил Шри Чайтанья Махапрабху. So he grew up with a very pure heart. He had no worldly ambition. Он вырос с очень чистым сердцем, у него не было никаких мирских привязанностей и амбиций. His only ambition was, how can I find Krishna? Все, что его интересовало в жизни, это найти Кришну. So his father wanted to engage him in doing worldly business. Отец хотел вовлечь сына в заведование своим бизнесом. And he married him also to Miss Universe. И также отец нашел сына красавицу Miss Universe и женил его. But still, his mind was not distracted. Но все равно это никак не привлекало Шрилу Рагунатха Даса Госвами. He tried to run away from home many times. Снова и снова он пытался сбежать из дома, чтобы присоединиться к Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатха Пури. But his wealthy father sent security to catch him and bring him back. Но отец постоянно посылал за ним стражников, security, они находили и возвращали Рагунатха Даса Госвами домой. Then one day when he met Chaitanya Mahaprabhu. И позже, когда он наконец-то встретил Шри Чайтанья Махапрабху. Mahaprabhu told him, "Sthir hai kare jana bato, kal kal pai pava loka sindhu. Ma katra vairagya na karo loka dehaya, yata yogya vishaya vishya anasaktaya. Antare kare nishta paise loka pyabha. Ачиратти Кришнито Хай Кари Ведитха. Very sweet nectar emanating from the lips of Chaitanya Mahaprabhu. То Шри Чайтанья Махапрабху дал им очень нектарное наставление. Make your mind steady. Чайтанья Махапрабху сказал Рагунатхи Дасу Госвами, успокой свой ум. Don't be a religious fanatic. Не становись религиозным фанатиком. Don't be mentally disturbed. Будь уравновешенным. Don't be maladjusted. Веди себя адекватно. Behave like ordinary person. Веди себя как обычный человек. You can attain Krishna. Ты сможешь найти Кришну. But you have to go step by step. Но это надо делать, но это развитие произойдет постепенно, шаг за шагом. Don't make a show of
things just to impress other people. Не вдавайся в показушное самоотречение, просто чтобы впечатлить других. Cultivate your steady devotion to Krishna inside. Культивируй преданность Кришне в сердце. And after some time, when Krishna sees your sincerity, he will bring you out of this difficult situation. Со временем Кришна, увидев твою искренность, он сам вызволит тебя из этой мирской ситуации. So then, Raghunath Das, he went home. И тогда Рагунатха Дас Госвами вернулся домой обратно. And he behaved like a very good ordinary person. И стал себя вести как обычный человек. His mother and father were so happy. Родители обрадовались. And his uncle also. Дядя тоже успокоился. Hiranya Madhumna. Hiranya Madhumna. His uncle had no children, so he treated Raghunath as his son. У Hiranya Madhumna не было своих детей, поэтому он относился к племяннику Рагунатха Дас Госвами как к своему родному сыну. And they said, okay, now he went through his childhood phase. И все взрослые успокоились, что наконец-то он преодолел свой трудный подростковый возраст. They thought he became mature now. Они подумали, что он наконец-то стал взрослым, созрел. But really he was becoming mature in bhakti. На самом деле он достигал духовной зрелости, он повзрослел духовно. One day, однажды, there was a local tax collector. Местный собиратель пошлины. He wanted to arrest the father and uncle of Raghunath Das. Пришел налоговая полиция, представитель налоговой полиции пришел в деревню, чтобы арестовать отца Рагунатха Дас Госвами и дядю за неуплату налогов. Папа и дядя знали о том, что этот полицейский придет к ним, и они уже сбежали. So, in lieu of his father and uncle, the tax collector, he arrested Raghunath Das. И тогда этот представитель власти, он решил арестовать сына, так как отца и дяди дома не было, он решил арестовать Рагунатха Дас Госвами. And he was shouting and threatening him. И орал на мальчика Рагунатха Дас Госвами. For a few days. Пугал его, угрожал ему, и так несколько дней это происходило. So, Raghunath Das spoke to him in a very sweet way. Но Рагунатха Дас Госвами очень мягко, сладко отвечал этому налогосбирателю. You have known my father for so many years. Он говорит, вы же знаете отца уже столько лет. You are practically like brothers. Вы подобны братьям. So I am also like your son. Значит, я для вас сын. It's not right for someone to treat their dependent in this way. Нехорошо так со своими младшими обращаться, как вы со мной поступаете. After some time they'll come back and I'll explain everything to them and they'll solve this problem. Вы же понимаете, что отец и дядя вернутся скоро. Я объясню им все, и они заплатят налоги. When Raghunath spoke to him in this very affectionate way, tears came in his eyes. И когда Рагунатха Дас Госвами так по-доброму, по-человечески, душевно поговорил с этим дяденькой, то тот растрогался, слезы появились у него в глазах. И он тогда освободил его и сказал, ну ладно, тогда сообщи мне, когда отец вернется. This incident is very significant. В этой истории есть один важный нюанс. Because Chaitanya Mahaprabhu told Рагунатха Дас, cultivate your nishtha, steadiness in your heart. Потому что Чайтанья Махапрабху дал наставление Рагунатха Дас Госвами культивировать внутреннюю духовную зрелость, достичь уровня ништхи. And this was the sign that he had done it. И вот то, что произошло в этой ситуации, было симптомом того, что он достиг этого уровня. Because when your mind becomes fixed on the lotus feet of Krishna. Потому что когда ваш ум наконец-то прикрепляется к лотосным стопам Кришны, your whole life becomes auspicious. Жизнь становится благодатной. Even those who want to be against you, даже те, кто хотят противостоять вам, враждовать с вами, they cannot understand why, but they begin to cry. Они, не понимая, что происходит, наоборот, чувствуют какие-то добрые чувства по отношению к вам и начинают даже плакать при виде вас. Because now you have affection for all living entities. Потому что когда у вас появляется любовь к лотосным стопам Кришны, у вас появляется любовь ко всем живым существам. And all living entities will begin to have affection for you. И они будут эту искреннюю любовь чувствовать и спонтанно отвечать вам взаимной любовью. This is called Shubhada. Вот это. It is giving auspiciousness. Вот это явление называется Шубхада, благодать. When our heart is fixed and steadily remembering the lotus feet of Krishna, when we enter into bhakti, then bhakti bestows this auspiciousness.
Вот эта бхакти дает нам этот дар шубады, когда мы укрепляемся в своей вере в Кришну и в своем служении. Приходит в жизнь благодать. It gives a happiness, which is superior to any worldly pleasure. И вот это состояние доставляет человеку больше радости, чем любая мирская ситуация, чем любая мирская радость. And it also brings one into the association of more advanced saints. И шубада тоже привлекает в жизнь общение со святыми, возможность садусанги. So just shortly afterwards, the news came that in a nearby village of Panihati, Nityananda Prabhu was there doing kirtan with his associates. И чуть позже после этого произошедшего события все узнали, что неподалеку, в близлежащей деревне, туда прибудет Нитянанда Прабху со всеми своими близкими спутниками. Я слуг с тобой пошлю. So he went accompanied by many guards. Ну, конечно, стражники сопровождали Рагунатха Дас Госвами туда. When he arrived in the village of Panihati, on the bank of the Ganges. И когда Рагунатха Дас Госвами прибыл в эту деревню, которая называлась Панихати, на берегу Ганги, there was a huge banyan tree. Увидел там огромное баньяновое дерево. And Nityananda Prabhu was sitting beneath it. Под этим деревом сидел Шри Нитянанда. Shining like the moon, surrounded by the stars of his associates. Нитянанда Прабху сиял как полная луна, окруженная звездами своих близких спутников. Raghunath Das very shyly approached. Очень. From far away, he bowed down. Очень робко Raghunath Das Goswami стал приближаться к Нитянанде Прабху, и издалека он пал ниц на землю, предложив свои поклоны. Нитянанда Прабху, заметив Рагунатха Дас Госвами, закричал: «Вор! Ты держишься поодаль, потому что ты знаешь, что ты провинился, вор!» Нитянанда Прабху сам вскочил. Несколько огромных шагов своей длинной рукой схватил Рагунатха Дас Госвами. Сказал: «Ты вор! Придется тебя наказать!» This means, что значит вор? You are trying to get the lotus feet of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu without my permission. Что имел в виду Нитянанда Прабху? Ты стремишься, ты хочешь получить лотосные стопы Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, не заручившись моим благословением. They belong to me. Его стопы — это моя собственность. This is true. Это правда. All the mercy of Chaitanya Mahaprabhu has become Nitai. Потому что вся милость Чайтаньи Махапрабху, она сосредоточена в Нитянанде Прабху. He said, I'll give you punishment. Нитянанда Прабху сказал: «Я тебя накажу». You have to pay a fine. Тебе придется заплатить штраф. That is, you have to make a feast. Тебе придется организовать пир. Of yogurt and flat rice for all my associates. Ты должен накормить всех. Вот тут преданных, всех вайшнавов, йогуртом и рисом. So then Raghunath Das,
He was very happy and so many servants with him. Нараганадас Госвами был счастлив в такой возможности послужить вайшнавам, и с ним было много слуг. They went to the marketplace. Он послал их тут же на рынок. They bought so much yogurt and butter and flat rice mixed it together with bananas and black pepper. Скупили там множество риса, йогурта, масла, специй и приготовили пир для вайшнавов. Сгущенку тоже туда положили, бананы. Leaf plates. Приготовили тарелочки из листьев. And they distributed to all the devotees. И они накормили всех преданных. And they began to put the food on their plates. Они положили тарелки перед всеми и стали накладывать. Ah, this is the joy of life. Вот это истинная радость жизни. When we can serve Krishna's devotees. Если у нас появляется возможность служить преданным Кришне. When we become the servant of the servant of the servant of Krishna, then the heart feels unbounded joy. Это истинная радость, когда у нас появляется в жизни возможность стать слугой, слуги преданного Кришны. There were thousands of people doing kirtan with Nityananda Prabhu. И там в Нитинанда Прабху были тысячи людей, все пели киртан. And they all wanted to sit near him. И каждый хотел сесть поближе к Нитинанде Прабху. So the man rose around, but he was close to the bank of the Ganga, so some of them they moved their plates in the river. Все хотели быть рядом с ним, но он сидел прямо на краю берега у Ганги, и люди сидели в рядах, но некоторые зашли в воду прямо со своими тарелками, чтобы оказаться рядом с ним. Нитинанда Прабху. He had kept on his left side one asana, one seat, empty. А слева от Нитинанды Прабху была асана, сиденье, и там никто не сидел на этой асане. And he wasn't eating. И сам Нитинанда Прабху не кушал ничего. He was sitting with his eyes closed. Он сидел с закрытыми глазами. And calling. И взывал. Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. And the Raghunath Das Goswami looked and saw that Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu appeared there. И Шри Рагунатх Дас Госвами увидел, что сам Чайтанья Махапрабху проявился там рядом с Нитинандой Прабху. Несмотря на то, что в этот момент он находился в тысячи километрах вдали в Джаганатхапуре, он проявился рядом с Нитинандой Прабху. Как это возможно? Потому что он Верховный Господь, он повсюду, вездесущий. Из-за нашей неудачи и ограниченности мы не воспринимаем присутствие Господа повсюду. By the mercy of Nityananda Prabhu, Raghunath Das saw him. All the people there could not see him. Only Raghunath could see him. На самом деле никто из присутствующих Чайтанья Махапрабху не видел, кроме Рагунатха Дас Госвами, потому что Нитинанда Прабху дарил его своей милостью и позволил ему узреть этот даршан. Gaudiya embraced each other. Махапрабху и Нитинанда Прабху стали обнимать друг друга. They began to dance. Стали танцевать. They had a very uncommon type of dance movement. У них были необычные такие движения в их танце. They were dancing and taking the remnant of their own devotees. Они танцевали. From the plates of their devotees. And into each other's mouth. Потанцовывая среди рядов, в которых сидели преданные, они нагибались, брали немножко еды с тарелок своих преданных и горсточкой закидывали в рот друг другу. Махапрабху брал просадочки из тарелки какого-то преданного и вкладывал в рот Нитинанды Прабху. Нитинанда Прабху брал еще с этой тарелки и вкладывал в рот Махапрабху. Such love between Supreme Lord and His devotees. Вот это удивительное проявление любви между Господом и преданными. Raghunath Das could see it. Raghunath Das Goswami был единственным свидетелем. Остальные ничего не понимали, они просто видели, что Нитинанда Прабху берет горсточки еды с их тарелок и бросает, и еда падает на землю. Но это же Нитинанда Прабху. Он же такой необычная личность, Абадхут. So then, after some time, Chaitanya Mahaprabhu disappeared. Через некоторое время Чайтанья Махапрабху исчез оттуда. Then Raghunath felt very sorry. И Рагунатха Дас Госвами почувствовал такую грусть. And with tears in his eyes, he came to Nityananda Prabhu. И со слезами на глазах он подошел к Нитинанде Прабху. He said, "Oh my Lord,
I am like a dwarf who is jumping, trying to touch the moon. Он сказал: О мой Господь, я подобен карлику, который подпрыгивает, пытаясь дотянуться до Луны. Even a very tall person cannot touch the moon. But when a dwarf is jumping, then даже самый высокий человек не сможет дотянуться до Луны, но это особенно комично, если карлик прыгает и пытается коснуться Луны. Many times I tried to go to be with Chaitanya Mahaprabhu, but I failed. Много-много раз я пытался убежать из дома и быть с Чайтанья Махапрабху, но у меня ничего не получалось. Why? Почему? Without your mercy, it is not possible. Потому что я осознал, что без твоей милости это невозможно. Please bless me. Пожалуйста, благослови меня, Господь. Nityananda Prabhu said, very soon all your obstacles will disappear. Nityananda Prabhu сказал, очень скоро все препятствия исчезнут с твоего пути. You will go to Jagannath Puri. И ты попадешь в Джаганатха Пури. And you will stay with Sri Chaitanya Mahaprabhu there. И ты будешь там жить с Чайтаньей Махапрабху. He will put your hand in the hand of his very dear associate Swarup Damodara Goswami. Он вложит твою руку в руку своего дорогого преданного Swarup Damodara. And they will bring you into the mysteries of pure bhakti. И они приоткроют тебе великие трансцендентные мистерии бхакти. So then. Raghunath Das gave pranams to Nityananda Prabhu. Raghunath Das Goswami поклонился Нитянанде Прабху. And he went to his secretary, Raghav Pandit. И пошел к секретарю Раghava Пандиту. And he gave a very large amount of money to him. И пожертвовал огромную сумму денег. And he said, please distribute this to all the associates of Nityananda Prabhu according to their status. И он дал огромную сумму денег казначею и попросил его раздать это всем вайшнавам, спутникам Нитянанды Прабху в соответствии с их рангом и положением в группе. Then he returned to his home. После этого он вернулся домой. This episode is very significant in our life. И вот эта история, вот это случившееся событие очень актуально для применимо к нашей жизни. Sri Nityananda Prabhu is Akhanda Guru Tattva. Кто такой Нитянанда Прабху? Он является Аканда Гуру Таттва. He is the original, unbroken, undivided Shakti of all Gurus. Он является изначальной Шакти энергии самого принципа духовного учителя, совокупности энергии духовного наставника. If any spiritual master in this world has power, it is coming from Nityananda Prabhu. Те духовные учителя в этом мире, которые обладают идентичной силой шакти, это шакти, самого Нитянанды Прабху. So you can see in your own life if you have some obstacles. Поэтому вы можете понаблюдать на примере собственной жизни, если у вас в жизни есть препятствия, которые не дают вам посвятить себя больше духовной жизни. I want to go to Vrindavan. Может, вы мечтаете, что вы хотите поехать во Вриндаван. But I have a financial obstacle. Но думаете, денег нет. И политическая ситуация и что-то в социальной среде меня не пускает. Родственники мне не дают поехать. И здоровье какое-то шаткое. So many responsibilities. И вообще очень много дел. All of these obstacles. Столько причин существует, которые не позволяют человеку отправиться в Свиданга. И что происходит? Мы можем сами пытаться как-то решить эти проблемы, убрать эти препятствия. Но на самом деле это невозможно. To live in the company of saints and always be absorbed in devotion to Krishna. It is not a material thing. It is not included in anyone's karma. Возможность пребывания в святой обители Господа, возможность пребывания рядом со святыми личностями, это не удел нашей кармы, это не решается нашей кармой. It requires very powerful, aggressive grace. Потому что для этого для таких духовных возможностей требуется поток. Огромное количество прямо такой агрессивной милости. By which we can be delivered from our entanglements and brought onto the path of pure spiritual life. И только поток такой милости может вызволить нас из этого узла, в котором мы повязаны в своем мирском существовании, и позволить нам быть в сфере духовности. So when Raghunath Das, he served Nityananda Prabhu and all the saints. Мы видим, как вот в этой ситуации Рагхунатха Дас Госвами должным образом послужил Нитянанде Прабху и всем вайшнавам, которые были в его окружении. Then he received the divine blessing by which he became liberated from his difficulties. Он получил такую божественную милость, благодаря которой он вызволился из своей мирской ситуации.
So in our life also. Это применимо к нашей жизни. When we serve our spiritual master. Если мы служим своему духовному учителю. With a strong faith, oh, here is the manifestation of Nityananda Prabhu. И мы с твердой верой воспринимаем его как проявление на земле Нитянанды Прабху. And under the guidance of Guru, we serve all the devotees. И под руководством Гуру мы пытаемся служить всем преданным. When it's prasadam time, don't think, oh, very good. Когда наступает время просада, не думайте, сейчас я накушаюсь хорошенько. Feeding time at the farm. И что ты как хрюшки на ферме, не надо вести себя как свинка у корыта. This is not how to. This is not how to honor prasad. Это не так, как мы должны почитать прасад. We serve the prasad. Надо служить просаду. God's grace is coming to us in the form of this holy food. Потому что это духотворенная пища, это не что иное, как милость Господа, которая пришла к нам. And if before taking, we can feed all the devotees first. И не было бы лучше, чтобы перед тем, как самим посетить Махапрасад, чтобы мы послужили другим преданным и накормили их первыми. You see, by serving all the devotees, at the end when you finish, actually your hunger is gone. Вы заметите, что вот даже несмотря на то, что вы испытываете голод, но если вы преодолеете этот голод и осознанно с любовью будете служить другим вайшнавам, к тому времени, как вы закончите раздавать им просад, вы почувствуете, что никакого голода уже нет. Because your soul is full and satisfied. Потому что душа насытилась вот этим процессом служения. So by this attitude, then the grace of Krishna comes and removes every problem and obstacle from our life. Если мы ведем себя так с любовью и заботой по отношению к возвышенным вайшнавам, всем преданным, то очень быстро милость Кришны коснется нашего сердца и нашей жизни, и все эти препятствия, которые не дают нам духовно развиваться, они отступят. Рагунат Дас went home. Рагунат Дас Госвами вернулся домой. He was not sleeping in the house, he was sleeping in one small outside temple called Durga Mandap. Он не спал внутри дома, он спал на улице в такой веранде Дурга Мандапи. And it was the night was almost over, it was the last hour of the night. Он спал на улице, и уже время приближалось к рассвету. His guru was Sri Yadunanda Acharya. He came there. И его гуру, Ядунанда Начарья, пришел в дом Рагунатха Дас Госвами в такое посреди ночи. The priests in my temple, Krishna's temple, that I am managing, he's left his service and there's no one else to serve the deities. Он пришел в дом Рагунатха Дас Госвами и сказал, что жрец в храме Кришны, в котором учитель служил, он сказал, что он просто ушел домой и не собирается приходить проводить утреннюю пуджу, не хочет служить. He has a good trust in you. He's going to persuade him to take up his service again. Он попросил Рагунатха Дас Госвами, ты можешь с ним пойти поговорить, потому что он тебя послушается, и убеди его вернуться и совершать служение в храме. So Рагунатха Дас, he left the house with his teacher. И тогда Рагунатха Дас Госвами пошел вместе с учителем поговорить с этим пуджари. So no one with his teacher. Yeah, to go to talk to the pujari. Yeah. So no one suspected him. Поэтому никто ничего не заподозрил, если увидели, что он пошел уж рано утром со своим духовным учителем. On the way, he said, oh, Gurudev, there's no need for you to come. You can return to your home. I'll go and sort out this problem and I'll. А по пути в дом пуджари, Рагунатха Дас Госвами сказал учителю, Гурудев, зачем вам тратить свое драгоценное время? Идите домой, я разберусь с ним, и он придет сейчас в храм служить. Он попрощался с Гурудевом, Ядунанда Начарья пошел к себе домой. Рагунатха Дас Госвами пошел поговорил с этим брахманом. Then he said, oh, everyone thinks I went to the village of Ядунанда Начарья. So now I'll go to Puri instead. И подумал, что сейчас у меня золотой шанс просто покинуть дом, потому что все увидели, что я ушел с учителем, подумают, я с ним буду какое-то время, а лучше сейчас я убегу в Джаганнатха Пури. So he ran. И он побежал. And ran, and в буквальном ran. Смысле он бежал и бежал. This journey takes 1 month. Вот этот путь пешком занимает месяц. But he completed it in 12 days. Он добежал туда за 12 дней. He only stopped for food 3 times. Лишь 3 раза он останавливался что-то покушать. He was so tired, he collapsed in a barn. Он был такой уставший, что он просто его подкосило в каком-то пледе. Фермер увидел его там лежащим без сил и дал ему молока. And then he began to run. И позже и тогда Рагунатха Дас Госвами продолжал бежать. So after 12 days he arrived in Jagannath Puri. И за 12 дней проделал весь этот долгий путь в Джаганнатха Пури. Chaitanya Mahaprabhu was sitting
speaking with his associates. И он прибыл в Джаганнатхапури и увидел, что Чайтанья Махапрабху сидит в окружении своих близких спутников. Рагунат Дасгасвами fell at his feet. Рагунат Дасгасвами, видя Махапрабху, упал ниц перед ним. Мукунда, the associate of Mahaprabhu said, My Lord, it is Рагунат Дас giving pranams to you. Мукунда сказал Чайтанья Махапрабху, О мой Господь, ты посмотри, это Рагунат Дасгасвами кланяется тебе. Махапрабху тогда поприветствовал Рагунатха Дасгасвами, приподнял его, обнял. Рагунатха Дасгасвами так сильно похудел за это время, он выглядел очень таким изнуренным. И не очень чистым, потому что все эти дни он бежал по джунглям. Но Махапрабху все равно с любовью и радостью прижал его к себе. He said, Krishna's mercy is more powerful than anything. И сказал Рагунатха Дасгасвами, ты видишь, что милость Кришны сильнее всего. And by that mercy, he has delivered you from the ditch of sewage. И вот милость Кришны вытащила тебя из этой канализационной канавы твоего существования. Said your father and uncle, they respect Vedic culture. Он сказал, твой отец и дядя, они уважают ведическую культуру. They make festivals. Они устраивают праздники. They give money in charity to brahmanas. Жертвуют деньги брахманам. But they are not Vaishnavas. Но они не вайшнавы. They do everything outwardly. Это все внешнее такое показушное. They are religious. Они вроде религиозные. But in their hearts, their ambitions are firmly in this world. Но все равно в их сердце, оно якорь сердца, они бросили в этот мир. Их интересует вот это все мирское. Для них самое важное все равно это их бизнес, их деньги. And service to God is a part of that. А служение Богу это просто часть, это что-то такое, часть их существования. Many people, they pray to God, that God will make them become successful here. Что многие люди, они поклоняются Богу ради того, чтобы Господь сделал их успешными и состоятельными в этом мире. So the question comes. Are we God's servants or God is our servant? Возникает вопрос, мы слуги Бога или мы хотим задействовать Бога в служении себе? So Mahaprabhu said, your father and uncle, they are Vaishnav pride, look like devotees, but actually not. И Махапрабху сказал Рагунатха Дасгасвами, твой папа и дядя, они Vaishnav pride. Просто они подобие внешние вайшнав, но они не являются таковыми на самом деле. They are like worms in sewage. Они подобны червякам в канализации. You're very fortunate that you have come out of that sewage. Как ты удачлив, что ты выбрался из этой канавы. You know, an insect who is living in the filth. Обычно всякие жуки и червяки, которые живут в каких-то испражнениях. What is he doing? Чем они заняты там? He's enjoying sense gratification. Они наслаждаются. He has senses and he's tasting. У них есть чувства, и вот этими чувствами они наслаждаются по-своему. So a human being, человек, who is trying to be happy only by tasting things, который тоже ищет счастье просто посредством чувственного наслаждения, послушать хорошую музыку какую-то, выпить вкусного вина, покушать какую-то изысканную пищу. Oh, I'll enjoy sex life. Понаслаждаться сексом. I'll go on holiday to Hawaii. Съездить в отпуск на Гавайские острова. This is only sense gratification. Но все это всего лишь чувственное наслаждение. What is the difference between that human being and an insect? Тогда какая разница между таким человеком и каким-то червяком? Both are souls. Души присутствуют и в теле человека, и в теле червяка, но оба считают себя, отождествляют себя с телами, с этими внешними оболочками. Они опьянены материальным эго. Ретроградный Меркурий у нас опять. 22-го это все пройдет. Mahaprabhu said, Krishna's mercy is so powerful, it has taken you out of this level of living. И Махапрабху сказал, милость Кришны настолько всемогуща, что она вызволила тебя с такого уровня существования жалкого. Рагунатха Дасгасвами said, I don't know anything about Krishna's mercy, I only know your mercy.
Рагхунатха Дас Госвами сказал, я ничего о милости Кришны не ведаю, я лишь знаю вашу милость. So Chaitanya Mahaprabhu took the hand of Raghunath Das and put it in the hand of Swarup Damodara. И тогда Чайтанья Махапрабху взял руку Рагхунатха Дас Госвами и вложил его руку в ладонь Сваруп Дамодара. It's very significant. Это очень важно тоже. As we discussing it 2 days before, Сваруп Дамодара is the incarnation of Lalita. Мы слышали с вами в праздник Лалита Саптами, что Сваруп Дамодар — это Лалита Саки в гора Лили. He knows more than me about Bhakti. И Махапрабху сказал, он больше меня знает о Бхакти. So whatever you want to know, you can learn from. Поэтому все, что ты хочешь поведать, ты узнаешь от него. It's also very significant. Это тоже очень значимо. Сваруп Дамодар also became his guardian. Сваруп Дамодар стал опекуном Рагхунатха Дас Госвами. In our spiritual life, it's important that there's a person who is watching us, taking care of us. В духовной жизни каждому из нас нужен такой опекун, кто-то, кого интересует наше духовное развитие, кто заинтересован в том, чтобы мы росли. We are like small children on this path. Потому что в сфере бхакти мы как маленькие дети. So a very affectionate guardian is necessary. Поэтому нам нужен опекун такой. Зрелый, если lose our way. Иначе легко мы заблудимся и, или что-то неправильно сделаем. So now Raghunath was very happy to be in Puri with Mahaprabhu and his associates. И наконец-то мечта Рагхунатха Дас Госвами быть с Чайтаньей Махапрабху в Пури сбылась. When his father found out that he was in Puri, когда отец узнал о том, что сын уже в Пури, and he couldn't bring him back. И он уже понял, что обратно его не привезешь. So he sent some servants with some money for him. Тогда он просто послал слуг с деньгами для сына. So Рагхунатха Дас Госвами не хотел этих денег для себя. But he thought, oh, I can buy some prasadam from the Jagannath Mahaprasadam. I can feed Chaitanya Mahaprabhu and other devotees. Но он подумал, что на эти деньги я могу покупать в храме Господа Джаганнатха Махапрасад и устраивать обеды для Чайтаньи Махапрабху и других вайшнавов. So he was doing this twice a month for 2 years. И в течение 2 лет, 2 раза в месяц он устраивал такие пиры. Then one day he just stopped. И потом резко он перестал приглашать кого-то на обед. Oh, Сваруп Дамодара Госвами, why does Raghunath not invite us for prasadam anymore? Чайтанья Махапрабху стало любопытно. Он сказал, Сваруп Дамодара, почему Рагхунат нас больше не приглашает на обеды? Сваруп Дамодара Госвами said, he was considering that this money came from a materialistic person. Сваруп Дамодар объяснил, что Рагхунат стал считать, что вот эти деньги отца и дяди, что это мирские деньги. So there's some karma in this. Что в этих деньгах карма присутствует. People think, oh, they'll practice spiritual life, and by doing something spiritual, they can also earn money. Что люди так надеются, думают, ну, я же могу совмещать и духовную деятельность, и заработок денег. But you cannot make a business out of serving God. Но нельзя из служения Богу создавать себе коммерцию или бизнес. Because if you collect money from worldly-minded persons, потому что если от обывателей вы будете собирать деньги, and you use this, you'll take their karma. То непременно, используя их деньги, вы будете брать их карму тоже. And instead of your mind going towards God, you become more and more materialistic and become demonic even. И ум не сможет тогда думать о Боге. Постепенно-постепенно ум будет притягиваться опять к мирскому, и вы можете вообще стать как демоном прямо. So Dhamma said, Vishaira anakaile malin hayuman malin manahoy nahi Krishna rasmaran. If you eat the food from materialistic persons or from money of materialistic persons, then your mind becomes contaminated by rajaguna and tamaguna. Сваруп Дамодар сказал, если вы будете кушать пищу, приготовленную материалистами или купленную на деньги обывателей, то ваш ум загрязнится раджагуной. Then, when you try to chant, because your heart is not steady, then you cannot do smaran. That means catch a realization, catch a reflection of the beauty of God in your heart. Так как сознание станет загрязненным, во время медитации вы уже не сможете видеть Господа. Он не будет отражаться в вашей чите, потому что чита станет загрязненной. So Chaitanya Mahaprabhu was very pleased to hear this. И услышав вот эти новости, Махапрабху обрадовался. Means, oh, Raghunath Das is not living for comfort.
Понял, что Рагханатдас не живет ради какого-то комфорта. Taking money from rich people and enjoying Krishna consciousness. Он не расслабляется, он просто берет деньги от богатых людей и наслаждается сознанием Кришны. This is not Krishna consciousness. Это не будет сознанием Кришны. Krishna consciousness means working very hard. Сознание Кришны предполагает тяжкий труд. Every day serving God with your blood, sweat and tears. Каждый день вы должны быть готовы служить Господу своим потом, кровью, всеми своими силами. Not depending on anyone. И не зависеть ни от кого. Only depending by God's grace, I believe. Не полагаться на милость других, полагаться на милость Господа, что благодаря Его милости вы существуете. Because in Bhagavad Gita, Krishna said, "Ananya chintayam tomam ye jana parivasate tesha nitya vyuktanam yogakshemavam." For those who always remember me with love, whatever they have, I protect, and whatever they need, I myself bring to them. Потому что Кришна говорит в Бхагавад Гите, что для тех, кто однонаправленно помнит обо мне с любовью всегда. Я берегу все, что у этого человека есть, и сам лично поставляю ему все необходимое в жизни. Do you believe in the words of Krishna? Вы доверяете словам Кришны? Вы верите ему? If you believe, then you never feel any fear or anxiety. Если вы верите в эти слова Кришны, то вы никогда не будете испытывать никакого беспокойства. You never worry about the future. Вы не будете переживать и волноваться о будущем. You're never lost in thoughts of how to protect and defend and maintain yourself. Вы будете постоянно волноваться, думая, как же я выживу, как я буду содержать себя. This is the test of Sharanagati, who is surrendered to the Supreme Lord. Вот это проверка, тест на Шаранагати, кто действительно предался Богу полностью. So, Mahaprabhu was very pleased with him. Махапрабху был очень доволен Рагханатом Дас Госвами. Теперь у Рагханата Дас Госвами не было вообще никаких денег. Как он питался? He used to go in the evening time to the main gate of the Jagannath temple and sit there. There were other beggars sitting there with a bowl. And persons coming from the temple, they would give some prasadam. Он просто выходил вечером к главным воротам храма Господа Джаганната и садился там среди других людей, которые жили подаяниями со своей плошечкой, и люди, выходящие из храма, клали в Махапрасад, жертвовали. И таким образом он существовал какое-то время, питался таким образом. And he said, what am I doing here? Потом он решил, да, зачем я так себя веду? I feel like a prostitute. Я подобен проститутке. Standing on the corner of the street looking out, would this person give something? Вот стою и выжидаю, дадут мне что-то или не дадут. I should not do this. Не хочется мне так жить. So then he went to a charity booth. А затем он стал ходить в благотворительную лавку. A place in the temple where they were giving free prasad at a particular time every day. Как Food for Life, там благотворительная такая была столовая, где кормили бесплатно. So he didn't have to waste his time waiting for someone to come. He could chant the whole day, then at a fixed time go take prasad and then continue chanting. Столовая открывалась в определенные часы, поэтому он время попусту не тратил, сидя где-то у ворот в ожидании подаяния, он весь день воспевал мантру, и затем к времени назначенному шел в столовую. After some time he gave this up also. И через некоторое время он перестал из столовой ходить. The shopkeepers in the evening, because Sardin was old, they would go and put it by some drain by the side of the Jagannath temple. Торговцы просадом, которые понимают, что больше уже не свежий просад к вечеру они не продадут на следующий день, они просто вот так его выкладывали у канав. Cows used to come in, the cows would eat. И коровы поедали все. То, что уже люди непригодно было для употребления людям, поедали коровы там. Рагханатх Дас was going there. Рагханатх Дас Госвами стал ходить вот туда вечером. Cows were taking what the humans would not take. То, что непригодно для человеческого употребления, то, что кушали коровы. And Рагханатх took what the cows would not take. Он кушал уже, что коровы не трогали, он подъедал за ними. He picked up the old prasad. Старый уже такой состарившийся просад. He used to wash it. Мыл его. And give a little salt. Полоскал это и посыпал солью. And before eating. И перед тем как покушать. He would say a prayer from Shrimad Bhagavatam. Он молился молитвой Шримад Бхагаватам. Атманам чедвиджаният парам гьянам дадрутаśava kim ichan kasya vahito deham kushnatilam patah.
The meaning is, значение этой молитвы следующее. If I actually have paramgyan, transcendental knowledge. Если я действительно обладаю трансцендентными знаниями. If my heart has become cleansed. Если мое сердце действительно стало чистым. If I have realized Atma, my soul. Если я осознал свою душу, Атму. That I am not this physical body. Что я не являюсь этим физическим телом. Then, why do I try to give pleasure to this body, nourish this body like a devotee? То почему я, как обыватель, продолжаю наслаждать это тело, услаждать его, кормить его? He was condemning himself. Он порицал себя. For even the slightest dependence of his soul unto the physical form. За то, что вот его душа как-то все еще зависела от этой внешней оболочки, от этого тела. We cannot imitate it. Вот этот уровень сознания мы не можем имитировать. It is a stage of realization. Это приходит с осознанием, с уровнем, с таким уровнем духовного роста. When the heart is going beyond this plane. Когда сердце уже возвысилось за пределы этого плана существования, but still keep some connection with this plane. Но все равно еще существует какая-то связь с этим мирским планом. And that feels like an embarrassment. И вот это для души уже как что-то такое очень неприятное, so he's criticizing постыдное, himself. И поэтому он себя так порицает. One day, Chaitanya Mahaprabhu heard that he was taking the prasad from that place. Однажды, когда Махапрабху узнал, что о том, что Рагунат Дас Госвами питается, так собирая старый прасад из канав. And he came there. Махапрабху пришел сам туда, к храму. And he saw Рагунат Дас taking this and criticizing himself. И стоял и наблюдал за тем, как Рагунат Дас Госвами так порицает себя перед принятием этого состарившегося прасада. Oh, Рагунат Дас! Махапрабху сказал: «О, Рагунат Дас, you are having a feast and you did not even invite me. Не стыдно тебе так пировать, не пригласив меня?» And he snatched the food from his hand. Он подбежал и выхватил эту горстку еды из руки и положил себе в рот. So delicious preparations. Сказал: «Какую ты вкуснятину кушаешь тут?» You're eating such delicious things every day, and you don't give any to me. Я понял, что ты вкусно питаешься каждый день, действительно, а со мной не делишься. I have never tasted such nectar. Я никогда такой вкуснятины не кушал в жизни. Chaitanya went to have another bite. И затем Махапрабху потянулся, чтобы еще откусить кусочек. But his secretary saw Ганадар put his hand on his arm. Но Ганадар схватил его за запястье и остановил его. This is not for you. Он сказал: «Это не для тебя». It has a very deep meaning. И тут кроется глубокий смысл. When he was taking this, before it came to his mouth, Sri Krishna would come and taste it and transform it into divine nectar. Что происходило, когда Рагунат Дас Госвами так питался вот этим уже старым прасадом, перед тем как он успевал положить этот прасад себе в рот, Кришна принимал его, и после того, как Кришна касался этого прасада своими устами, это становилось нектаром. On the outside, renunciation looks like a very difficult life. Внешне вот такое отречение кажется очень трудной жизнью. But if it's not showing others, but it's a genuine detachment, genuine renunciation, then everything is nectar. На самом деле, когда это истинное вайрагья, настоящее, непритворное отречение, на самом деле все становится нектаром. Just like it, we can give one example. One saint, Francis. Приведем пример святого Франциска. Christian saint. He was staying with some monks. Святой Франциск, он жил с монахами. And some of them, they are very, very rough and uncomfortable clothing. И они носили такие очень такие жесткие хитоны на себе, очень шершавые. And some of them were very, very nice robes. Некоторые монахи, они выбирали такую одежду из грубой ткани, колючей, а некоторые выбирали очень комфортную такую мягкую ткань себе для хитона. One night he had a dream. Однажды святому Франческо приснился сон. And he saw that those monks, they were in heaven. И он увидел всех этих монахов, что все они уже в раю. And those who wearing the old rough and torn clothing, they were dressed like princes. И он увидел, что те монахи, которые
на земле носят вот эти грубые хитоны, что они там одеты в роскошные такие шелковые одежды царские. А те, кто на земле были одеты в роскошное одеяние, что в раю они носят старую такую истрепанную одежду. So there is a mystery in renunciation. Поэтому вот в айраге, в отречении есть секрет свой. Махапрабур бхактган вайрагья прадан яханте капритахая гаура бхагаван. Detachment from worldly sense gratification is very prominent among the associates of Chaitanya Mahaprabhu, and when he sees it, he becomes very satisfied. Вот эта отрешенность от мирского, это очень ярко фигурирует среди спутников читания Махапрабху. И это очень приятно самому Махапрабху, это радует его, вот эти проявления вайраги. One day, Raghunath Das wanted to ask a question of Chaitanya Mahaprabhu. Один раз Рагхунатх Дас Госвами хотел задать вопрос читания Махапрабху. We can learn from him about humility. И мы можем вот поучиться у Рагхунатха Дас Госвами смирению. He was so humbled, скромности. He did not go directly to Chaitanya Mahaprabhu to ask him. He went to Swarup Damodara and said, please submit my question to the Lord. Он был таким скромным и смиренным, что он не пошел напрямую к Чайтанье Махапрабху задавать вопрос, а он попросил Свароп Дамодара задать этот вопрос от его имени. So Swarup Damodara said, O Mahaprabhu, Raghunath Das has this question to present before you. И тогда Свароп Дамодара объявил Чайтанье Махапрабху, он сказал, Махапрабху, Рагхунатх Дас хочет задать вопрос тебе. I have left all my worldly activities. Он хочет узнать, что он оставил уже всю мирскую жизнь, отрекся от всего. But for what? What is my true duty? Но он хочет понять, ради чего он отрекся от всего, в чем заключается смысл его существования, его, в чем его долг. Чайтанья Махапрабху said, I already told you, you can learn better from Swarup. Махапрабху ответил, я же тебе уже говорил раньше, что всему тебя может обучить Свароп Дамодара. Again, very humble. И тоже Махапрабху со своей стороны проявляет такое смирение, скромность. But if you insist on hearing something from me, then hear this. Но затем он сказал, если все-таки ты хочешь услышать ответ из моих уст, то я тебе скажу следующее. Грамья катана коибей, грамья кватана шумибей, балуна каиви ара балуна полибей, амане намана дахья сада кришна влабей, Раджи Рада Кришна Сева Манаса Куриде. Чайтанья Махапрабху сказал. We are so fortunate. Мы очень удачливы, это не махапрабхуская мы удача. Don't think that Chaitanya Mahaprabhu is only teaching Raghunath. His words are coming down to you. Мы очень удачливы, что мы сейчас услышим эти слова Чайтанья Махапрабху, потому что его наставления не предназначены лишь для Рагхунатха Дас Госвами, они предназначены для нас всех. He said, don't listen to gossip. Он сказал, не слушай никакие сплетни. Не вступай в Don't talk about worldly things. Не вступай в праздные беседы. Не участвуй в праздных беседах. Don't listen and don't speak. То есть не слушай ничего праздного, никаких сплетен и не озвучивай никаких. Because your process will not become steady. It will be disturbed by this. Потому что если как только ты вступаешь в светские такие праздные разговоры, ты тут же теряешь чистоту, спокойствие сознания. Балуна кайба ар балуна пайбе. Don't wear very fancy clothing. Не одевайся в очень дорогие одежды. Because if you dress up very luxurious way, then your ego will become inflated. Потому что если вы оденетесь так красиво, в какие-то роскошные одежды, тут же ваше эго почувствует силу от этого. Right? It's like a big mountain that separates our soul from God. Появится это тщеславие. Гордыня — это та огромная гора, которая разделяет нас от восприятия Бога, отделяет нас. Secondly, don't eat very delicious food. Затем он сказал, не кушай очень вкусную еду. Eat in a very simple way. И кушай так скромно. If you eat like a king, you will start looking around for a king. Потому что если будешь кушать как царь, скоро начнешь царицу себе искать. Well, when the tongue goes out of control, all the senses go out of control. Потому что когда мы не если язык не находится под контролем, то все остальные чувства мы не сможем контролировать. So first Mahaprabhu gave instruction for the stability in one's life. Поэтому первые наставления, которые озвучил Махапрабху, это касается внешней жизни. Then he gave instruction how to do internal bhajan. Как стабилизировать внешние аспекты жизни, а затем он дал наставление про внутренние
духовные, для внутреннего духовного развития. Don't demand that other people should give you any appreciation or respect. Он сказал, не требуй уважения, почета к себе от других. I see this very often. Я вижу, это проявляется очень часто. People come to me, they're very sad. Люди приходят ко мне огорченные. And the reason they're sad is because others are not appreciating them. А почему они такие грустные? Потому что другие их не ценят. No, it's because they want others to appreciate them. This is why they're sad. Они грустные, на самом деле, потому что они ждут того, чтобы другие их ценили. Потому что если бы они ожидали этого от других, вы бы никогда не расстраивались, когда вы не получаете вот это. Our worship, our appreciation is for God. Любовь. Все. Мы должны поклоняться и любить Бога. А если мы требуем любви, любви к себе от других, это значит, подсознательно мы пытаемся занять положение Бога, стать вот этим центром внимания и забрать это положение от Бога. It's very good to show appreciation to others, but we should not demand it for ourselves. Да, мы сами должны с любовью и заботой относиться к другим, но мы не должны ожидать этого к себе. Mahaprabhu said, respect everyone. Mahaprabhu сказал ему, уважай всех. See that God is living in the heart of all beings. Понимай, что Господь живет в сердце каждого живого существа. And Sara Krishna Nama Lavey, chant Hare Krishna continuously. И непрерывно повторяй Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And in your heart serve Radha and Krishna in Vrindavan. И в сердце поклоняйся Радхе и Кришне во Вриндаване. When a person chants the holy name without offense. Когда кто-то повторяет святые имена Господа, не совершая нам аппарат оскорблений, если мы не совершаем оскорбления к святому имени, очень естественным образом, очень быстро Кришна начнет проявляться в нашей медитации. Then his divine qualities, потом он явит свои божественные качества, his associates, своих спутников, his beautiful Vrindavan, свой прекрасный Вриндаван. And your spiritual form also. И вы тоже, он явит вам ваше духовное тело. And in that form you can serve. И в этом духовном теле вы сможете служить Кришне. This is the inner meaning of chanting Харинама. Вот это и есть истинный смысл повторения Харинамы. So Mahaprabhu said, engage in this continuously. И Махапрабху сказал, непрерывно повторяй святые имена. Now, I have to say something very important. Я хочу сейчас сказать что-то очень важное. Before he became very fixed, nishtha, and very detached. Chaitanya Mahaprabhu did not tell him to do this. Видите, вот это произошло. Махапрабху раньше ему таких наставлений не давал, до того, как Рагунатха Дас Госвами достиг уровня ништи, вот этой стабильности. In that stage, he was serving his guru, serving the devotees, collecting their blessings. Потому что на предыдущих, более низких уровнях духовного развития он служил своему духовному учителю, служил вайшнавам и копил, получал их благословения и копил вот эти благословения. By their blessings he transcended the bodily identification and then he had the opportunity to enter into divine service. И благодаря вот этим благословениям своего гуру Дева вайшнавам он достиг такого уровня, что он смог превзойти мирской план существования, осознать свою осмыслить свое духовное я. So try to follow Raghunath Das Goswami's life. Поэтому постарайтесь следовать вот так поэтапно, примеру, поэтапному примеру жизни Рагунатха Дас Госвами. Because now there are many devotees. They pick up a book of a poem written by Raghunath Das Goswami at the end of his life. And I'll do this. Сейчас появилась тенденция среди общины преданных, что преданные берут какую-то поэзию, которую Рагунатха Дас Госвами написал уже в очень преклонном возрасте, на очень-очень высоком уровне духовного развития, и думают, я буду следовать Рагунатха Дас Госвами и вот медитировать на такие сокровенные истины. By imagination, I now am serving Radha. Что воображением я буду думать, что воображение это и есть служение Радхе и Кришне. This is only fantasy. Но это просто фантазия. Not following Raghunath Das. Это не является истинным следованием, примеру
First he became the servant of the servant. Потому что вначале он стал слугой слуги. First his heart was purified from the worldly attachments. Сердце его очищалось от мирских привязанностей. Then the opportunity for the esoteric realization and service. И позже появилась возможность уже эзотерического служения божественной чете. He was not imagining it. И когда it was a divine vision coming to him. И его служение божественной чете не было фигментом его воображения. Это воистину это было откровением, которое снисходило к нему. Махапрабху был камушек с холма Говардана. One sannyasi named Shankara Ananda Saraswati had sent it from Vrindavan along with a garland of gunja berries. Один саньяси Шанкара Ананда Сарасвати, он передал вот этот маленькую шилу Говардан, камушек из Говардана и гунджа малу передал Чайтанья Махапрабху из Вриндавана. Чайтанья Махапрабху used to say that this represented Radha and Krishna. Махапрабху относился к этому камушку шили из Говардана как Кришне, а гунджа мали как Радике. The garland was like Radhika embracing Krishna. Что вот эта гирлянда гунджа мала это как Радика обнимающая Кришну. Чайтанья Махапрабху used to chant the names of Krishna and crying and hold the Govardhan Shila in his heart. Махапрабху прижимал Говардан Шилу к своему сердцу и со слезами на глазах повторял Махамантру. Sometimes on his head. Иногда он клал Шилу на голову. Sometimes he used to wash it with his tears. Иногда он омывал Шилу своими слезами. And after 3 years, а через 3 года, as an expression of love, he gave this Govardhan Shila to Radha. Как проявление своей любви он подарил Шилу Рагунату Даса Госвами. I told him, you should serve every day, do some puja to Krishna in this way. И дал ему наставление, служи этой шили каждый день, как самому Кришне. So Рагунат Дас used to serve Radha Krishna in the form of the Govardhan Shila and Gunja Mali. И Рагунат Дас Госвами стал служить этой шили и Гунджа Мали, как Радхи и Кришне. In his heart, he felt that there was an inner meaning to this gift. И в сердце он понял, что в этом даре кроется какой-то сокровенный смысл. He realized that Chaitanya Mahaprabhu was giving him in the service of Radhika. Он понял, что Чайтанья Махапрабху отдал его в служение Радике. When Radhika meets with Krishna at Govardhan. Чтоб он служил им во время их встреч на Говардане. For 16 years. He lived with Chaitanya Mahaprabhu. В течение 16 лет он жил в Пуре с Чайтанья Махапрабху. At night, Mahaprabhu used to go in the small room called Gambhira. Ночью Махапрабху уединялся в крошечной комнатке, которая называлась Гамбира. And he was completely lost in the ecstasy of love for Krishna. И там Махапрабху просто терялся, он тонул в волнах океана экстаза любви к Кришне. Lord Ramananda and Sword Dhamma, they used to sing the songs of Gita Govinda. С ним там в Гамбире находились Рай Рамананда и Сваруп Дамодара, и они пели песни из Гита Говинды для Махапрабху. But what Mahaprabhu was realizing Radhika's love for Krishna, he would speak and share it with them. Махапрабху в это время испытывал настроение, эмоции Шримати Радики, ее любовь к Кришне, и он делился этими эмоциями со своими самыми близкими спутниками. And when it was very late, the night was almost over, then they would make Mahaprabhu rest and Sword Dhamra would return to his ashram. И уже ближе к рассвету Рой Рамананда и Сваруп Дамодара укладывали Махапрабху спать и возвращались в свои дома. Рагунат Дас, he could not sleep at night. Рагунат Дас Госвами не мог заснуть, сам плыть глаз в ночью. С нетерпением каждую ночь он ожидал возвращения Сварупа Дамодара. And he'll tell me everything that happened in the Gambhira. Я ожидал, что Сваруп Дамодара перескажет ему все, что произошло в эту ночь с Махапрабху в Гамбире. Just like a calf. Подобно маленькому теленку. He's tied with a rope. Который привязан веревкой к колу. And when the mother is coming, then the baby comes. Но если теленок видит, что very мама eagerly проходит мимо или приближается, он начинает тянуться к маме. So Raghunath Das was like that. Raghunath Das was waiting for Swarup Damodara to return. Как такой маленький привязанный теленок, который с нетерпением ждал возвращения Сваруп Дамодара. Then Swarup Damodara would come and tell him what verses of Srimad Bhagavatam they were relishing. И тогда, когда Сваруп Дамодара возвращался ночью обратно в ашрам, он рассказывал Рагунату Дас Госвами, какие стихи они
слушали в эту ночь? What songs of Gita Govinda and Krishna Karnamrita? Какие песни Гита Говинды, Кришна Карнамриты? And he would describe these things what happened in the night for hours. В течение нескольких часов он пересказывал все, что происходило в Гамбире в эту ночь. Or the morning would come and they have not taken bath or put on tears or anything. They just completely absorbed. И наступало утро, они все еще так и сидели, погруженные в эти трансцендентные повествования, не помывшись, без тилок, без свежих тилок. Oh, I want to share something with you. Я хочу поделиться с вами чем-то. Once when my Gurudev was very old. Однажды, когда Гурудева уже был в очень преклонном возрасте. I was staying with him. He was writing a book, Bhajan Rahasya. В это время я находился с ним. Гурудева писал книгу Bhajan Rahasya, комментарий на Bhajan Rahasya. We were staying on an island in the Philippines. В это время мы жили на острове на Филиппинах. Far away from everyone, so he could concentrate on writing. Далеки от всех, чтобы Гурудеву было спокойствие и спокойная атмосфера для того, чтобы он мог писать. In the morning, he used to chant on the beach. Утром Гурудева повторял, по утрам он повторял джапу на пляже. When he came back. Когда он возвращался, he told me, он сказал мне, Prem Prayojan. Сказал мне однажды, Prem Prayojan. Always be with Raghunath Das Goswami in Jagannath. Всегда находись Раганат. Всегда живи с Рагунатом Дас Госвами в Пури. Because that place that was a beach and ocean, it was very much like Jagannath Puri, so that mood was coming. Потому что этот остров там океана Филиппинах видно напоминал Гурудеву о Джагнната Пури, поэтому он был в этом настроении погруженный в лилы Джагнната Пури. What I mean to say is, have very deep attachment for Chaitanya Mahaprabhu and Raghunath Das Goswami. Что Гурудева выражал, вот всегда чувствует эту привязанность к Рагунату Дас Госвами и к Чайтани Махапрабху. Make Raghunath Das your ideal in life. Пусть Раганат Дас Госвами станет этим высоким идеалом в вашей жизни. Aspire to your highest aspiration to conform your life to his life. Пусть это служит тебе вот таким наивысшим примером, к чему надо стремиться. Попробуй подстроить свою жизнь под этот идеал. Be humble like him. Будь кротким и скромным, как он. Be full of eagerness to hear Харикатха like him. Всегда с нетерпением ожидай Харикатхи, подобно тому, как он это делал. Eschew the insignificant worldly things like him. И вообще серьезно не принимай ничто мирское, вообще избегай всего. This is why I've invited you to come here today. Поэтому я и призвала всех сюда сегодня. Take these jewels of love in your heart. Возьмите вот эти сокровища любви и спрячьте их в своем сердце. In this way, 16 very glorious years went by. Таким образом, 16 чудесных лет пролетели быстро. And then Chaitanya Mahaprabhu left this world. Затем Чайтанья Махапрабху ушел из этого мира. Then Ратхиатра Festival came. И когда наступил первый праздник Ратхиатры, every year the devotees used to dance with Chaitanya Mahaprabhu at Ратхиатра. Это было излюбленным временем года для всех преданных, потому что они все собирались на Ратхиатру и танцевали с Махапрабху. Now, how could they dance at Ратхиатра without Chaitanya Mahaprabhu? Но теперь как кто-то мог вообще испытывать радость на Ратхиатре, когда с ними нет Махапрабху? So on Ratriyatra day, Swarup Damodara Goswami died of separation. И вот в этот день, первый день праздника Ратхаятры, Сваруп Дамодар покинул этот мир, испытывая разлуку с Чайтаньей Махапрабху. That means he went into a trance of remembering Chaitanya Mahaprabhu, never came out. То есть он погрузился в такой глубокий транс, чувство разлуки с Махапрабху, что он уже не вышел во внешнее сознание. Vaishnavas don't die, they go into Mahasamadhi. Vaishnavы не умирают, они просто уходят в глубокий самадхи, медитационный транс. We can say, oh, he died. Нам может внешне показаться, что Вайшнав умер. He has no experience. Но сам Вайшнав не воспринимает смерти. He went to be with Sri Krishna Chaitanya. Он просто остался с Шри Кришной Чайтаньей. Now Raghunath Das was alone. И теперь Раганат Дас Госвами остался один. One by one, all the close associates of Mahaprabhu then left this world. Один за другим близкие спутники Махапрабху уходили из этого мира. That was the previous generation. He was a younger generation. Потому что Раганат Дас Госвами был более молодого поколения, а старшее поколение Вайшнавы они стали покидать этот мир.
So now Jagannath Puri that used to give him so much joy, every particle of sand in Jagannath Puri gave him pain. Теперь пребывание в Джаганнатх Пури стало невыносимым для него. Этот город был самым радостным местом его жизни, но теперь каждая песчинка там, пылинка напоминала ему о том, что он потерял. He could not bear to live there. Для него стало невыносимым там оставаться. Without the shelter of his guardians, he wanted to give up his life. Он потерял своих покровителей, он чувствовал, что он не хочет жить без них. So he thought, oh, Mahaprabhu gave me this Govardhanshila. Он подумал, Махапрабху подарил мне, дал мне Говардханшилу. So Govardhan will be merciful to me. Поэтому наверняка Говардхан будет милостив ко мне. If I go to Vrindavan. Если я сейчас отправлюсь во Вриндаван. I climb to the top of Govardhan Hill and jump off and give up my life. Я заберусь на вершину Говардхана и просто брошусь со скалы вниз. So with a very heavy heart. С таким тяжелым сердцем. He walked on foot almost 2,000 kilometers. Панура. Орисса. Испытывая груз разлуки, он отправился пешком 2000 километров из Ориссы во Вриндаван. When he came back, когда он прибыл во Вриндаван, he thought, "Before I die, I'll go and pay my respect to Rupa Goswami and Sanatana Goswami." Он подумал, перед тем как умереть, мне нужно пойти почтить Рупу и Санатана Госвами. So he bowed down to them. Он пришел к Рупе Госвами и Санатана Госвами поклонился им. Санатана Госвами looked in his eyes. Санатана Госвами посмотрел на глаза Рагхунатха Дас Госвами и понял, что тот замышляет сделать. И он вспомнил, как в молодости он тоже испытывал такое желание. Перестать жить. Потому что когда он навещал Махапрабху в Пури, и его тело покрылось язвами, и Махапрабху постоянно обнимал его и загрязнялся кровью и гноем, Санат Госвами был в таком беспокойстве, он хотел просто умереть. If you could attain love for Krishna by giving up your life, I would give up my life 100 times every day. Махапрабху сказал ему, если человек мог получить, обрести любовь к Кришне посредством суицида, я 100 раз на день бы убивал себя. So the mercy Sanatana Goswami received many years before from Chaitanya Mahaprabhu, he gave to Raghunath Das and persuaded him to stay here. И поэтому та милость, наставление Махапрабху, которое Санатана Госвами получил много-много лет тому назад, сейчас он поделился этой милостью с Рагхунатхом Дас Госвами и убедил его, что нельзя совершать суицид, что он должен жить. You can stay just here on the bank of Radha-Kunda. Он сказал ему, давай ты останься тут, живи, вот выделим тебе местечко на берегу Радха-Кунды. From time to time I will come to see you. И периодически я буду тебя навещать. So Рагхунатх Дас began to chant and pray in that holy place, Radha-Kunda. Рагхунатх Дас Госвами стал совершать баджан, духовную практику на берегу Радха-Кунды. That means he was taking complete shelter of Шримати. Он полностью принял прибежище у Шримати Радхарани. Now he was chanting and became completely absorbed. Теперь он был полностью погружен в воспевание святых имен. And the pastimes of Radha Krishna were appearing in his heart. И игры сладких игр Радхи и Кришны стали являться ему в трансе. He would see how in the early morning. Он видел, как рано утром. Radha Krishna waking up in the forest. Радха и Кришна просыпаются в лесу. And Krishna very lovingly he wants to decorate Radha. И Кришна хочет украсить Радхарани. He takes her feet. Кришна берет в руки. He is taking red lacquer and a brush. And painting the design on her feet. Стопа Радхарани и кисточкой красной краской он рисует узоры. Переизбытка чувств любви, Кришна прямо рука его дрожит. In the pattern he's writing his own name, Shyam, Shyam, Shyam. В этом узоре он вписывает свое имя Шьям, Шьям, Шьям. But his hands are trembling. Но рука дрожит. And he's taking a long time because he's in so much ecstasy. Именно так, как он в таком трансе, что очень долго он это рисует. Радхарани takes her foot and puts it on his head and pushes him away. И Радхика перед стопой прямо отпихивает Кришну в лоб. You're taking too long. Ну сколько ты там копошишься, Кришна? Oh, Ратхи-манджи, you should finish. Ратхи-манджи, ты дорисуй эти узоры. Ратхи-манджи was Рагхунатх Дас in his
beautiful form as a young gopi maid servant of Raghunatha. Арати Манджари — это духовный облик Рагхунатха Дас Госвами, его духовное я в лила Кришны. So и он юная служанка Раджи. Рати Манджари стала смеяться, and she quickly took the brush and взяла кисточку и дорисовала эти узоры. And Krishna looked how expertly she did it. He was amazed. Кришна с восхищением наблюдал за тем, как быстро и умело она все это нарисовала. Then, in his meditation, suddenly the brush, the lotus feet of Radhika, the laughter of Krishna, everything disappeared. И вдруг в этой медитации он видел, что исчезла и кисточка, и краски, и стопы Радхики, все испарилось. And he began to roll on the ground in pain. Испытывая боль, он стал кататься по земле. Radhe, 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 Jai 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 Shri Radhe. And visions of the divine service would appear. And he would feel joy, and then they would disappear, and he would be devastated. Вот эти откровения божественных лил Кришны проявлялись в его сердце, и когда они исчезали, он испытывал неописуемую боль. Tears were constantly flowing from his eyes. Слезы постоянно струились из его глаз. Sometimes he would roll on the ground in pain. Иногда испытывая эту агонию боли, он катался по земле. О, Кришна, where are you? Взывая: Кришна, где же ты? Радхика, где ты? Sometimes he would sleep for only 1 hour. Иногда он спал всего лишь час. So in his dreams he would see Radha and Krishna. Во время этого часа во снах он видел Радху и Кришну. One day Rupa Goswami became his Shiksha Guru. Rupa Goswami стал Шикша Гуру, наставником Рагхунатха Даса Госвами. And he used to see in his meditation Rupa Goswami was Rupa Manjari. И Рагхунатха Госвами в своих медитациях видел, что Рупа Госвами в духовном мире — это Рупа Манджари. His best friend in the lila. Служанка Радхики тоже и лучшая подруга Радхи Манджари. He used to come and catch Радхи Манджари by the hand and say, come with me, let's go and serve. Он видел, что в трансе Рупа Манджари подходит, берет за руку Радхи Манджари и говорит: пойдем послужим вместе. So outwardly they were saints in this world, but inwardly they were two very close friends serving them. И внешне они были двумя мужчинами вайшнавами в этом мире, двумя святыми, а в трансе они видели свои женские ипостаси своих духовных тел в играх Радхи и Кришны. One day, Rupa Goswami said, I've written a poem, Lalita Madhav, read this. Однажды Рупа Госвами сказал: вот я написал пьесу Лалита Мадхав, ты хочешь почитать? This poem was full of feelings of separation. И эта поэзия содержала в себе очень много эмоций разлуки. It described how Krishna was taken away from Vrindavan by Akrura and went to Mathura. Эта пьеса описывала о том, как Акрура увез Кришну из Вриндавана. When Рагхунатха Дас Госвами was reading this, he was weeping. И когда Рагхунатха Дас Госвами читал это, он начинал безудержно рыдать. Ананда Кула Чанда Маха Курсити Чанда Каланкрити Кованда Кула Лина Маха Sulenda nilajuti, kala sula sutandri, kasaki jivara chaushadhi, nidhir mama suritaha, patahadhati griti. He was reading how Radharani was crying when Krishna went to Mathura. Он читал о том состоянии Радарани, о том, как она рыдала, когда Кришна
Кришна уехал в Мадхуру. The devotees knew that Raghunath was going to die. И преданные поняли, что Рагунатха с Госвами находится в таком предсмертном состоянии. They told Rupa Goswami, do something. Они сообщили Рупе Госвами, ты вмешайся, сделай что-то. Very quickly Rupa Goswami wrote comedy. Рупа Госвами тогда быстренько написал комедию. About Radha Krishna laughing and joking with each other. О таких смешных лилах Радхи Кришны, в которых было много юмора. He came to Raghunath as original as a poem. И сказал Рагунатха с вами, я еще одну пьесу написал. Would you like to read? Ты хочешь прочесть? Yes, yes, but you have to give me the other one. Тогда давай вот тут другую мне, мы поменяемся. И он поменял пьесу, тогда дал ему комедию. Then Raghunath began to read and he was laughing. Рагунатха с вами стал читать эту и смеяться постоянно. Began to drink a little buttermilk. Вернулось такое более нормальное состояние, он уже стал кушать ряженку, там как-то приходить в чувство. His health came back. И здоровье стало восстанавливаться. Oh, what beautiful pastimes he saw. Какие удивительные сладкие игры Кришна он видел. Today I wanted to tell you so many pastimes. Я сегодня вам столько лил хотела рассказать. But unfortunately our time is running out. Но время уже подходит к концу наше. So you would have to come to Vrindavan. Поэтому вам придется приехать во Вриндаван. And then we can continue.